уверенно действовал в перехвате. Опасно! Вратарь! Вот это сейв! Удар! Хороший момент, но удар не достиг цели. А вон, все, я вижу, не надо. Кто капитан там? Перерыв команду. В одного форда ставьте на с двумя опорниками. На Ахиллен, получается, блядь, 40 минут дали, блядь, удаление, минус один, блядь. Нормально, не думаю, там надо забить просто один и все, хотя бы. Да ладно, хорош расстраиваться. А вообще на самом деле по фигне. Чё это ты? Один гол забить. Я не вижу, что... Костян, я переставил тебя в этот Синклер в центр в опорника. Я не видел, чтобы игра поменялась так кардинально после удаления. О, и видишь, Рома так же разводит. Блин, ботинок Рома так же, как и Рома разводит. Мяч потерян, отобой. Отличный перехват. Выноси, выноси. Мяч выбит, угроза миновал. Не увидел, сорян. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Иванович. Саня, не забудь там стату записать. Может получиться что-то стоящее. Аут. Еще один аут. Это может быть опасно. Мяч отобран чисто. Ну как? Да, это был удар на удачу. Какой дальний выстрел. Почти попал в створ. Бускетс, Бургас. Сыграл по принципу «сделайте-ка нам красиво». Кулаков опускается в поисках мяча, потому что нормально не стоит. Я Костю на опорника поставил, Саня. Карасо. Бенз. Грамотный пас, все по делу. Ну а под опор. У нас правая сторона открыта получается. Ну да, если у чужих ворот передачи не дождешься, приходится самостоятельно ходить за мячом. Удар по воротам. Рамос. И как пробить? Хорош. Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Вот доказательство. Верни его направо. Костян. Солтыр делает, просто усложняет решение задачи, но не делает ее невыполнимым. Начудили, ой, начудили сейчас его балл. А не, он справа стоит. Наш меч. Счет в очередной раз равный. Удастся ли кому-то забить еще? Один. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Пока неплохо. Да не трое там вообще стоят. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Там ты сам справа, 61-й. Армия. Это будет навес. Это
Двое теперь, 61-й. Хорош. Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот. Надо еще один попробовать забить, парни. Ну а мы пока посмотрим повтор. На кого выносить, скажите? Давай, на синего. Подходите к синему. Далеко пошла. Давай, блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч летит в сторону ворот. Счет не изменился. У них нет розыгрыша, у них нет паса. Да они только долбят, больше ничего. Ну, они делают то, что им приносит результат. Все. Все верно, края надо чаще задействовать. Наш мяч. Это пас в аут. Почему не наш? Двадцать минут осталось играть. Посмотрим за этой атакой. Удар. Перекладина. Но мяч в игре. Двое защитников видели это самое. Центральный что-нибудь появился. Бейнс. Передача в его исполнении сегодня невероятно точна. Иванович. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Отлично сыграно, надо решать. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Карасо. Идет атака флангом, тут есть свободная зона. Вот это удар! Кто знает, представится ли ему еще такой шанс повести в счете. Сохраняют мяч, несмотря на прессинг. Ну куда, Саня? Передача должна быть точнее. Защитник перехватил. Это может быть опасно. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Исправился, молодец. Матч подходит к концу, но его судьба еще далеко не решена. Да думается мне, что они разойдутся сегодня, как бы так помягче сказать, миром. Но, как это обычно, удар! Ой, хорош, Костя! Фантастика! Воротчик, конечно, не тащит. Блестящий мяч, и команда выходит вперед. Казалось бы, уже согласились на ничью, но нет. Осталось только не потерять самообладание и довести дело до конца. И все-таки они молодцы, сумели забить, играя в меньшинстве. Дай, какой удар! Я помогаю тебе. Стоп, в обороне. Смотрите, там просто их 5 человек сразу там нападают. Не выходить в атаку. Саня, забегай, Саня. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну кто так играет? Грамотный пас, все по делу. Хорошо. Рамос! Дает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Ты бы пасик сейчас скатил бы, бля. Может получиться интересная атака. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти. Хотя бы так. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Годин. До конца матча пару минут. Возвращай. Момент, как говорит. Надо забивать и хорош, Андрю, хорошо прикрыл. Сейчас смотри, не спеши с выносом, подожди. Держи мяч. Чуть-чуть подожди и далеко, блядь. Мяч, все, ой, нормально, отлично. Ну что же, игра завершилась. Вот она, организация.
Все, давайте всем пока. Рома игрок матча. Рома игрок матча. Нормально, такая разница. Всем пока. Давайте, удачи. Все, скрины сделали там, не? Просто осталось 10 секунд. Я вышел. Еще 3 развития. Ну, 3 перехвата. Все, мне слетело.